прежде чем пришла смерть, созданы были луны, дабы угощаться руками воров. И созданы были воры, дабы глотать языки лживых их братьев. И восхвалили мы Господа Строителя за промысел его. Книга Дог Молота. Я отправился к Кате, чтобы отдать ему скипетр, но того не оказалось на месте. Его арестовали хамериты, похоже, их не устраивает его ремесло. Тогда им вряд ли понравится и то, чем я занимаюсь. Надеюсь, не попаться им на глаза, когда буду вытаскивать его из тюрьмы. А именно это я и собираюсь провернуть. Они держат Катю в комплексе шахт, примыкающих к каменоломне. Каменоломня затоплена, но хамериты все еще работают в самых верхних шахт и переделали часть комплекса в тюрьму для тех, кто попирает их догмы. Мои коллеги, сидевшие там, снабдили меня картой. Через главные ворота попасть туда будет не трудновато, но есть и другой вход. Шахты входят на поверхность к югу от каменоломни. Я пролезу в шахты и поднимусь к тюрьме, которая должна быть северной. Молота не отважится лезть в эти нижние штольни, якобы там внизу что-то водится. Не то чтобы мне очень хотелось ввязываться в это дело, но Катя, надежный скупщик, меня никак не устраивает, что он сидит за стенках у хамерита. И потом он все еще должен мне за работу у Баффарда. Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить легендарного вора, золотое издание. Итак, Кати арестовали, теперь нам нужно его вытащить из тюрьмы Крагсклефт. Во, так вот такое название тюрьмы, такое еле выговоришь. Окей, сложность эксперты, наше задание. На твоей карте не показана дорога через шахты. Придется тебе самому разведать окрестности, чтобы найти путь туда, где держат заключенных. Катя все еще не рассчитался с тобой за работу у Баффарда. Помоги ему выбраться и получить свои денежки. Не так давно ты положил глаз на сестру Басса Медвежатника. Если сумеешь вытащить его из Крагсклефта, она наверняка будет очень благодарна. Исид Попрошайка одолжил твою счастливую руку славы. Зная его повадки, можно догадаться, что, скорее всего, он припрятал ее от личного досмотра молота таким способом, о котором тебе не хотелось бы думать. Верни ее обратно. Во всех сооружениях молотов есть какие-нибудь ценные вещи религиозного толка. Попробуй награбить добычу хотя бы на 1000 монет. Окей, уже на 1000. В прошлый раз было 700, теперь на 1000. Убеги из тюрьмы вместе с Катей и Басом Медвежатником. Настоящий профессионал не оставляет после себя грязи. Не убивай людей. Понятно. Окей, ну что ж, давайте приступим. Не будем тянуть. Итак, снаряжение. Давайте посмотрим, что у нас. У нас есть 5 водяных стрел, есть 20 обычных стрел и одна какая-то шумовая. Механизм в этой стрелы производится при попадании странный шум, что очень полезно для отвлечения внимания врага. Окей, 250 золотишко стоит она. Но я не знаю, стоит ли ее брать. Я знаю, что мне нужны будут... Так, мне нужны будут водяные стрелы, это обязательно. Наверное, я возьму одно исцеление. Смотри, тут какие-то ценные советы еще есть. Я не знаю. Ага, мне не хватает на ценные советы. Окей, тогда погнали. Так, возьмем 10 стрел, будет у нас 15, да? Возьмем один совет и возьмем второй совет. В смысле? А сколько он стоит? А, 300. Окей, 300, 300. Жалко, нельзя продать, да? Так, ладно, хватит мне теперь. Все, отлично. Потратили все. Ну ладно. Я думаю, хватит нам водяных стрел. Я надеюсь на это. Окей. Ну что, давайте начнем. Так, я так понимаю, что у нас там с картой. Нам наши коллеги какие-то, которые сидят в тюрьме, дали карту. Нарисовали или что они с ней сделали. Короче, дали нам карту. Тюрьма Крагсклефт. Казармы, жилища офицеров, тюрьма, фабрика, шахты. Ничего не понятно. Я, короче, вот здесь. Это непонятно. Это, наверное, шахта. Да? Выше, 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 выше. Окей. О, охренеть. Комната управления. Осторожно, посты охраны. Охренеть.
Это что такое? Пункт управления, фабрика. Это основная карта, наверное, да? Потом идет у нас первый уровень. Казармы, жилище офицеров. Что-то 3-4, непонятно. Двор. Уровень 2. Охренеть. Окей, ладно, будем разбираться постепенно. Так, окей, здесь у нас коротко описано. Пробить через шахты, понятно. И фабрику, и найдите тюрьму молотов. Освободить Кати, освободить как-то баса медвежатник, и сито попрошайка, короче, руку славу у него забрать какую-то. 1000 монет. С Кати из баса сбежать. А этого и сито попрошайку не трогать, да? Пускай он в тюрьме и остается. Так, не убивать людей. Окей. Ладно, давай начнем. Что-то мы уже вот задержались здесь на одном месте. Камешки. Гульк, как в детстве, знаешь, булыжники покидали. Так. А, это я все могу. Это все кидается. Это все ничего не работает. Так, погоди. А здесь вот рычажок какой-то, нет? Не работает. Окей. Погнали. Так. Смотри, здесь наверх, но я не знаю, нам туда не залезть. Да? Да. Нам туда не залезть. Ладно, погнали. Там я что-то уже вижу. Алмазик. Прикольно. Кстати, да, это же шахты. Тут должны быть алмазы. Куча алмаз всяких. Фонарь какой-то у нас под водой здесь. А, это просто затопленная шахта. Понятно. Затопленная шахта. Окей, в шахтах здесь будет темновато, наверное. Кто? Какой-то труп. Ай! Мухи кусаются, что ли? Охренеть, смотри, у него кусок просто мяса вырван. Так, ладно. Теперь нам бы понять, куда идти. Фабрика. Окей, мне надо на фабрику. Через фабрику, получается... тюрьму. Так, смотри, какие штуки тут лежат. Так, мы, смотри, быстро наберем все, что нам нужно. И все, что нам не нужно. Окей, это я круг сделал. Ага, понятно. Надо просто так вот разобраться. Так, здесь проход, там прямо проход. Как бы не заблудиться. Сюда проход. Ага, туда ведет фабрика. Здесь что у нас? Блях, вон там еще труп лежит, я вижу. Гаррет сказал, что в шахтах что-то водится. А, это я круг сделал. Окей. Вы, кстати, писали, что эта миссия будет посложнее, чем предыдущие. Поэтому... Так, погоди, а если я сюда пойду? Поэтому будем аккуратней стараться. Так, эта балка что, никуда не ведет? Это... Здесь ничего нет. Ладно. В шахтах по-любому, наверное, какие-то секреты, какие-то потайные штуки должны быть, да? Вон еще труп лежит. Так, а здесь нет? Ничего, окей. Смотри, там чья-то... Опа, паук. Паучок. Пауков, ну, как мы знаем, можно убивать. А я тебя сейчас сверху. В смысле, я не попал? Ну, куда ты попешил куда-то. Леха. Взял, спугнул. Я хотел его сверху. Просто я не хочу спускаться, он меня скушает. Он меня съест. Сюда иди. О, идет. Погоди, стой. Стой, вот так вот, стой. Да стой ты! Отлично. Стой! Давай, стой на месте. Ну куда ты ушел-то опять? Сейчас буду сейчас бы полсерии с пауком связываться, но... Че, ждем? Не упасть бы туда. Вылазь. Или ты не вылезешь больше?
Я уже столько стрел, короче, просрал. Я надеюсь, они там лежат, которыми я не попал, я надеюсь, они там лежат. Бляха, что, спускаться? Он ни в какую не хочет. Я сейчас сделаю вот так сразу. Ну и где ты? Вчера он куда упер. Все, сдох. Отлично. Так, что у нас здесь? Здесь ни черта нет. И в него врезаюсь. Опа, это что? Маховая стрела. Кстати, мы не почитали, что такое маховая стрела. Напишите в комментах, что это такое. Полезная ли эта штука. Так. Знаешь, что бывает? Бывает. А нет, не бывает, здесь нет ничего такого. Спускайся обратно. Я думал, там что-нибудь лежит, короче, в этом углублении. А что, бывает такое. Знаешь, в играх бывает, запихивают такие штуки. Что-нибудь. В такие штуки какие-нибудь штуки запихивают. Пускай там стоит. Ёпти мать. Чё? Бляха. Да ладно, зомби? В смысле? Это же не человек? Я могу его убить? На тебе. Ай-яй-яй-яй-яй. Смотри, какой он. Фу, прям. Прям фу. Все, убил. Ништяк. В смысле, я тебя убил? Да ёпта. Он что, не умирает, что ли? Ни хрена он меня снял. Ну-ка. Умри. Да ладно, он еще живой. Вот. Ну, нахер. Так, погоди, там был еще обходной путь какой-то. Че у меня там зелье исцеления? Не зря взял. А, это ты, Гард. Я думал, это зомби опять. Так, погоди. Сюда, да, я не ходил. Здесь фабрик. Туда прямо я еще, по-моему, не ходил. Бляха, смотри, еще лежит. А, это круговая получается, да? Ладно, окей. Жесть. Здесь еще и зомби. Вот кто водится, короче. Это что за агрегат? Не работает? Здесь еще водится... Ух ты. Бляха, он лежит еще. Работает. Бляха, встал! Иди. Что, здесь проход есть? А я внизу все посмотрел. Так, погоди, он с этим не бегает. Мне нужна дубинка, она. Бляха, ты посмотри! Ты только посмотри! Сколько их здесь? Тихо, тихо, тихо. Нет? Да хорош ты насиловать-то ступеньку, ну залезь. Значит, насилует. Так, погоди, а здесь у нас... Ой, я думал, сломал. А здесь мне не пройти, что ли? В смысле? Куда тогда? Сюда? Ну, текстуры так сливаются, непонятно, куда... Куда это? Чё? Так, я надеюсь, я правильно лезу, я не понимаю, куда я лезу. Бляха.
Опа, там штучка. Вижу. Так. Сейчас как-нибудь. Не упал. Отлично. Так, теперь обратно. Как-нибудь. Сохранка. А-а-а, нет! Уйди! Уйди! Захавал ю меня, короче. Так. А какая у меня там? Погоди. Переиграть это... Да в смысле переиграть? Это что, заново, что ли? С самого начала? Я же сохранялся. Ну-ка. Во, другое дело. Так, а погоди, у меня какая... F5? И... А, F6. Загрузка, понятно. Так, надо, короче, перепрыгнуть. О, отлично. Все. F6, дубинка. Ну, я думаю, против зомби дубинки вообще не айс. Не канают. А куда теперь? В смысле? Ну-ка. Ни хрена себе. Так-то, в принципе, логически, но я не думал, что в старой игре такое возможно. Ну, как бы, вот так вот продумано. Бляха гуляет. Бляха, он не один гуляет. Так. Погоди, они медленные, я смогу пробежать мимо них? Посмотри, здесь лифт. Опа, труп какой-то. Тупик! Ёпти мать. Так, что здесь? Есть что? А, я эту потратил, да? А у меня же еще советы какие-то я не почитал. Погоди, сейчас почитаем. Так, а куда бежать? Там какая-то вода. Фабрика. А, туда фабрика. Ну, погоди, я еще здесь не... Их столько много. Еще и узкие такие проходы, я не знаю. Ну-ка. Если быстро, в принципе, действовать, они, короче, же медленные. Там еще, смотри. Так, отсюда... А, нет, отсюда я пришел, да? Да нет. Или да? Ну-ка. Это что такое? Фабрика. Я забыл... Нет, тебя не оглушить нельзя. Леха. Вот те шахты-то, вот те шахты-то, а. Сюда вот я не ходил. Так, я смогу пробежать его? Хорошо. О, зелье исцеления, хорошо. Сохранимся. Отвали. Отвали. Да что ты не прыгаешь-то, Гаррет? Это что такое? Бляха! Говна ты кусок, а! Я только восстановился. Что такое? Святая вода? Водяные стрелы? Святая вода, стрела. Ух ты, нихера себе. Разнесло. Она на время, смотри, святая вода дается, да? Ну-ка, где? На время. Иди сюда. Леха. Да ладно, святая вода и меня убивает? Как такое возможно-то? В смысле? Это ж святая вода. Я чё, демон? Так. А можно еще подзарядиться? Погоди-ка.
Да, отлично, 30 секунд. Да блеха застревает постоянно. В этих... На, держи. Подальше отходим. На, кто следующий? Ща я вас всех тут на куски порву. В прямом смысле просто. Ну-ка, где ты? Ублюдки. Где ты, ублюдки? О, стоят, смотри. Шо? Упал. Упал и поехал куда-то. Так, что здесь? Сразу, Себаста сразу. Так, вот сюда я не заходил, да? Это что такое? Это чисто трусы промочить? А нет, смотри. Блях, я не знаю, я там ничего не пропустил. Кстати, я еще не читал эти советы. Ну сейчас я вынырну. Охренеть ходов просто. Смотри, сюда, вот здесь. Какие-то ходы. Ступеньки. О! Живые! Так, погоди, а там что за этот? За проход? Аж секретик? Здесь проход, там проход, здесь проход. Жесть. Так, откуда я приплыл? Вон оттуда. Здесь что? Водопад какой-то. Так, ладно, ну допустим. Чё у меня советы там какие-то, да? Ага. Так, со слов Дикита Еретика, которого недавно выпустили из Кракс-Клефта, Кати держит в четвертом блоке. Интересно, запомним. Кати держит в четвертом блоке. Так, еще один. Говорят, молоты спят и видят, как бы вернуть верхний уровень проклятых шахт, потому что там есть источник святой воды. Ну так я только что там был. Да, источник святой воды. Отлично. Вот тебе все эти советы, которые я уже посмотрел. Так, ладно. Что у нас здесь? Ты не убежишь от меня. Прекрати прятаться и умри как мужчина. Добей его, брат мой. Блеха. А чё не настороже, как это так? Как это так? Чё, они за мной не идут, что ли? Выходи, иди леха. Со мной, не... Собака. Ну-ка. Кыш. Нет меня. Все. Нет меня. Там другой был проход еще. Сейчас туда пойдем. Так, вот здесь. Аккуратненько, тихо. Не привлекаем внимания. Никого, да? Здесь ничего. Аккуратненько. Что там за куски лежат? О! Я нашел! Отлично! Так, что здесь? Я вход нашел. Отлично. Труп лежит.
Я хоходу в жесть. Здесь что? Лестница, смотри, какая-то. Оп. Шикардос. Мне бы это зелье восстановления какое-нибудь. Чуть не залазит. Залез. Гляди, там дверь. Ай-яй-яй. Яха. Тупик. Тупик. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Почувствуй холод стаи. Погоди, а если он это? Хера себе. А как? А почему я? Я не могу так расхерачить. Так, окей. Здесь ничего? Здесь ничего. Так, ладно, пойдем наверх. Наверх. Так, это я в тюрьму сейчас пришел или я пришел на фабрику? Я, скорее всего, я думаю, на фабрику пришел. Вот. Так, ладно. А, ну, чё я туплю? Надо посмотреть просто, да? Осторожно, так. А нет, фабрика вот. Шах там, комната управления. А, ну я, короче, вот, да. Почти на фабрику пришел, короче. Окей. Ну, из шахты я, можно сказать, выбрался. Окей. Друзья, продолжим уже в следующей серии. Сейчас я куда-нибудь... Ну, допустим, вот здесь, да, встану, сяду. Вот. Продолжим уже в следующей серии. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.